Ребята, здорово. Гайд на лосирейт. Разрубание. Лось, лосось. По-разному его называют. Так, выписал я тут себе общие механики. Билда у меня нету. Да он новый. Так что он только в побах. Ну, общую механику вы в Ютубе сами посмотрите, как работает. Ну, сам вообще скилл. А я расскажу вообще суть билда. То есть, ну, все основные моменты. То есть, соло урон вообще, то есть... Ну, это просто обычный милишник. То есть, что нужно будет делать? Запускать адреналин. Вот этим. Corrupt Fever. Получается, он наносит билду... Две... 2591... Умножаем на 2. Ну, то есть, если он наносит больше 5000, значит, все, адреналин будет активироваться. То есть, это будет активировать адреналин и получать... Вот. То есть, урон... Тут написано 100 инкриза, 25 атак. Кас спида, мув спида и 10 редюса. Ну, если он будет прокать сам, там, когда в межфазах, например, адреналин кончается, но босс уже ушел в фазу, и адреналин, когда будет сам вешаться от потери 50%, он будет еще скидывать. Вот тут все написано. Любые состояния. Но тут все воиды, кроме Игнайта. Это я расскажу. То есть вот эта будет штука запускать, она 18 уровня. То есть если хп у билда будет меньше, можно ее качать меньше. То есть если у билда будет 4500, то по сути хватает. Если уже выше, то все. Но смысла нету ее качать как бы выше. Ее надо качать максимально до половины. То есть в моем случае это 18 уровень. Все. Этот линк здесь стоит просто потому, что без него мана кост, лайф кост мелкий. Он просто как, чтобы за одно нажатие. Потому что два раза тыкать адреналин, но это фигня полная. То есть оно должно за один раз получаться. Эти даже три линка можно сделать отдельно и тотем поставить отдельно. То есть это вот на боссах. Эндюры будет еще. Их можно поставить на автобег, бегать через эндюры. Но на боссах можно убирать, и иногда в межфазе можно будет либо фласку юзать, но их всего три заряда, и иногда можно будет эндюру запускать. Это еще, ну, 2000 здоровья. Так, это фростблинк, это курса. Ну, фростблинк это просто как скилл передвижения. И липслэм. Ну, это просто два скилла передвижения. Шелл на КВДТ. И в стойке всегда надо стоять в крови. Их тут две будет. Кровавая стойка и кровь песка. Ну и вот. Анслот получается с намазки снова. И адреналин прокает с нажатия. Блит это просто то, что блит висит. Ну и он, можно сказать, даже урон не дает. Вот. Это макс эффект, то что 4 секунды. А так вот будет. Вот. Ну и по линкам, то есть это линки на лосерете, можно на них бегать всегда. Но есть еще вот такой линк. А. А, не-не, все нормально, это я гоню, я думаю, что-то лич спал. Ну да, блит я поставил, потому что в билде нету Blood Rage'а, и лича взять негде. Вот этот нот дает лич. Ну и Blood Rage, чем хорошо, он не дегенит этот билд, потому что тут, ну, регена не так много. Ну и, короче, линк на самом деле не влез. Ну и он будет дегенить. Ну и по сути он дает атак спид, то есть этот билд он не бустит. Но в принципе на маппинг, наверное, можно поставить. Frenzy Charge будет давать. Так, этот момент я не учитывал. Либо вот этот линк. Почему-то странно, на одном он дает больше один. То есть 19,8, 23. То есть, а в другой, как стойки, дает 22,7, 22. Ну, по сути, как будто эти два камня одинаковые. Мне кажется, хоть тот юзать.
Вот. Так, по линкам здесь просто ауры. Мейм, он идет на флешстоун. В стойке крови мейм он дает урона. Причем немало, вон сколько. 21,4, 22,7. Ну все, тут просто ауры. В шлеме скилл передвижения и фастер атак. Потому что атак спид тут не прям уж большой, но липслэм будет быстро. И шел на КВДТ. На боссах тут можно, ну, уже по факту, либо его убирать с КВДТ. Но лучше не убирать. Это активирует адреналин, ну и тотем. Тотем, по сути, особо урона не дает, потому что блит билды особо и атак спид не бустит. Но он дает быстрее билд будет накладывать кровотечение, то есть тотем нормально. Но он здесь один, и вот эти ноды здесь не надо брать. И второй тотем ничего не дает. Варчиф он вообще не дает урона. Тут аура, и фишка такая, вот этот Арагенс, он вообще так-то резервит ХП. Но за счет этого он дает усиление аура эффекта. И если посмотреть, то есть он дает 22,7, 21,1. Вот. Но так как у Чемпа баннер бесплатный и амулет бесплатный на резерв Прайда, получается, он не жрет ХП, но он дает усиление. Причем нормальное усиление. Но, в принципе, это не так уж сильно обязательно. Ну и вот, и тут по линкам получается на самом деле так-то жопа, поэтому мне даже пришлось ставить два кольца, то есть с дыркой. И вот, и срезами тут довольно прям вообще я их сделал в аккурат, но, в принципе, можно там с других источников добрать. Резы тут довольно круто сделаны. Ну и джевел тут, скажем так, довольно лютый, но я так для галочки поставил, скорее всего, я не знаю вообще, есть такие, нет. Короче, можно попроще поставить на физдот, на алрес, на хп и в префиксе на глобал физ. Или там increase damage, при блиде. Короче, там модов разных много, это самые такие крутые, наверное, моды я выписал. Если что, можно с него будет добрать. Порезом получается, если что, тут можно добрать. Так, ну все, вот общая картина, там обычный милишник, что адреналин запустил, два скилла передвижения, кинул курсу, бьешь. В билде 3,7 получается атак в секунду, надо вешать 8 стаков, то есть, грубо говоря, 2,5 секунды и все. Вот длительность, смотреть, либо этот, вот так, вот длительность, вот шанс. Если менять стойки на зачистку, надо вот эти ноды будет брать. Потому что стойка меняется. И слетит. Вот АУЕ смотреть. То есть получается, какое я вот что-то вот забыл. Либо этот, либо этот. И можно на мапы будет брать. Так, что скидывать? ХП скидывать. Так, скидывать ХП, скидывать вот эти ноды. Брать АУЕ. Какое тут АУЕ-то будет? Ну вот, это такой лосерейт будет. Ну это вообще нормальное АУЕ. Ну прикиньте, это больше, чем пол монитора. То есть вообще, по сути, так-то он лютый будет. АУЕ. Ну и дипса, в принципе, тут хватит для маппинга. Плюс взрывы гладиатора. Ну и мовспид какой тут будет? 137 под банкой. А банка будет работать с адреналином еще. Анслот, да, тоже есть. То есть, ну, короче, клирить он будет вообще по-лютому. Это по маппингу. И так, что я тут забыл? А, можно будет вот эту скинуть. Фастер. Это не нужно на маппинг. И взять вот это. Это будет давать 55. Это просто будет клир увеличивать. Ну и атак спид. Урон не дает. Реджи. Они не бустят блит. 137. То есть 140. Ну да, он летать будет сейчас 149. А на Блейдшторме. Но это тут надо тестить. Я не знаю, как будет лучше. То есть надо пробовать и тот, и тот. Восемьдесят восемь, что он будет бегать. И как тут урон, я тоже вот что-то не помню. Вот либо он так считается, либо с атаки.
И тут, скорее всего, мультистрайк, наверное, надо будет убирать и ставить Deadly Ailment за место, когда на Bloodstorm. Шанс тут тоже 100%. Ну, то есть, вот это нюансы по маппингу. То есть, да, я думаю, в процессе разберетесь, тут ничего сложного нету. Так, что я скидывал? Я скидывал вот это. Брал Faster Bleed. Скидывал АУЕ. Брал вот здесь и добирал ХП. И возвращаем. Кровь. Так, рейджев уже нету. И что-то дипса меньше стало. Что-то я не то нажал. Ну ладно. Так, зачистка мап я рассказал. По вещам. Ну, топор. Либо вот такой. Ну, такой топор легко делать. Это, ну, на первое время. Либо такой. Но у меня там есть крафты. Шапка делать. Эссенция на резерв. Суффиксы крутить. Это легко, а префиксы валютой докрутить на ХП, там, на броню и докрафтить физ. Перевод. Суника брать. Тут два, но можно один. От крита обязательно. И вочер от крита. По-любому авоид крита надо. А остальные это как бонусы будут. Хоть с прайда, хоть с malevolence брать. Саура. Но, скорее всего, что дешевле, то и брать. Ну, то есть, главное от крита. Все остальное это как бонусом. Что найдете, это как бы хорошо. Ну и тушку также. От крита и что будет. Если не будет, то пофиг. Это не мета, они ничего не стоят. Роллы нормальные на. Перчи получается крутить хаос эссенцией. И просто тоже ловить два реза в суффиксе. И в префиксе. Ну, либо забить, там ничего не ловить, что прокнет. Либо вот мелкое ХП, либо броню. Боты сенсей на хаос. И чтобы суффикс был всегда один открытый, туда крафтить мультикрафт. И чтобы префикс был один открытый. Но префикс можно сделать открытой валютой влияний. Блочить, то есть кидать мультикрафт, чтобы был один открытый суффикс и два реза. Кидать вейл хаос и пытаться открыть авоид чила. И если он не открывает, то просто в суффиксе мультикрафт он никогда не слетает. И в суффикс никогда не уйдет вейл мод. Снова накидывать блок суффикса и снова вейл хаос. И, короче, так крутить, пока не прокнет того и чила. Так, кольцо. Ну, это кольцо в саду можно крутить. Хаос эссенциями, экзы, отменки. Ловить суффиксы, потом блочить суффиксы, чтобы хотя бы был открытый префикс. Кидать вейл мод, вейл хаос. И если он не забьет префикс, докидывать мана и реген ХП, там есть такой мод. Потом открывать только мод на ХП, и он открывается всегда. И докрафчивать мана кост. Здесь префиксов суть такая же. Ну, физа тут то, что в префиксе, это я так вписал. Может прокнуть левое что-то, это пофиг. Кидать эссенцию на дот. Они с караптов там делаются, три вида эссенции. И его просто ловить в суффиксе дексу. Либо дешевый вариант, просто кидать эссенцию на дексу и в суффиксе ловить, допустим, мал рез. Тогда резы будет проще закрафтить. Плюс-минус не критично. Но я сделал так более перфектно. Префиксы там также. Тут надо искать то, что выше, оно должно быть максимально больше, а то, что ниже, оно должно быть максимально ниже. Чем оно будет лучше разброс, тем больше. Но не критично. И вот этот, кстати, зачарка, она дает нифига ДПС, я так посмотрел. Так, где вот Рюслата у меня? То есть вот этот мод, он очень дофига дает. То есть лям, он дипса дает. То есть это важный мод. Его по-любому надо будет в лабе делать. То есть, кто будет под мэймом, лям дипса увеличивает, а мэйм накидывает через Flesh and Stone, потому что с ним слинкован мэйм. А, и кстати, да, есть такой нюанс по ауре. Причем я не понимаю, некоторые лучники юзают.
Ну, Flesh and Stone-то ладно. А есть Blood and Sand юзают, он дает. А, не, Flesh and Stone лучники юзают, да. Прикол-то в том, то есть именно юзать Blood and Sand просто тупо, чтобы Гладу сустейнить вот эти арена челлендж. У ней же АУЕ. Так, где она? Flesh and Stone. У ней АУЕ у этой ауры. Вот. И то есть, если вы будете лучник, и вот все, что будет за аурой, на него ДПС-то и не работает. Зачем лучники юзают? Я вообще не понимаю. То есть, ну. А для милишника, вот, то есть у вас АУЕ вот такое. Все, что будет не в АУЕ, ваш ДПС не считается. То есть этот момент учитывайте. Для милишника эта аура работает, а все, что очень с большим АУЕ, не работает, тем более на лучника. Так, ну вроде все это рассказал по шмоту, да? Ну по фласкам сами посмотрите. Крафт вещей рассказал. Пантеон авоиды. С этого берется авоид фроузена. Заморозки. Тут берется авоид чила с ботинок. И докрафчивается Reduce Effects Chill and Shock. Ну, это просто на шок. И с пантеона с этого берется 60. В сумме 100%. То есть так делается. Ну, это не авоид, это просто снижение шок-эффекта. Но его хватает. Обычно шок не прокидывают. Даже у Берсирус. Ну, вроде он бывает очень редко. 1-2% вешает. Но в целом фигня. Ну, а на Ignite я забил. В целом тут есть как бы дот снижения. Игнайт бить не будет. Ну и вот тут есть еще дот снижения. Здесь дот снижения. Плюс дефенс хибака. Будет оно работать. Тушка. Taking from hits. Hits значит не будет работать на дот. А сама хибака работает. Хотя тут 80 и тут 80. Ну то есть игнайт его особо не должен бить. Но если что, фласка вот от игнайта. То есть так я сделал воиды. Ну и да, на тестить. Либо лассерет, либо Bloodstorm. Тут уже надо по факту смотреть. Так, фласки рассказал. На маске я сделал такие, что чтобы на 3.23 он тоже был, работал. Они всего только две. Все на маске на ХП. Больше я никакие я не привязывал на маске специально, чтобы этот билл остался на 3. 23, потому что их, скорее всего, не будет. И анслот. То есть просто потеряется анслот у билда. И на маске на ХП. Но сэкономится один поинт. ХП просто просядет. Но там немного просядет. По-моему, 400 или 300 ХП. Потому что сила тоже дает ХП. Вот. То есть только две на маске. То есть это я специально так делал, чтобы потом не переделывать билд и что-то не перестраивать. С намазок, то есть я не брал никакие другие моды. Так, дальше что идет? Галочки, как все работает, я же рассказал. А тут что только адреналин, анслот, стойка и хит. Это то, что чтобы работала зачарка. А, на ботах чарка на реген. Это чарка, вот, которая открыта. То есть, когда по вам будет критовать, по вам будет прокать конграунд, он еще будет давать 5% регена. Но это так, тоже не обязательно, но пусть будет. И на шлеме обязательно резерв Геральда. Именно этого, потому что он всех больше дает в этой сборке. Обязательно именно эту зачарку на резерв. Другие не идут. Все. Так. А, и получается на боссе можно же будет ставить баннер. Ну да, то есть получается баннер можно будет ставить 40 стадий. То есть это за счет вот этого. То есть будет реген 580. То есть, в принципе, это уже нормально. Плюс личка царь. Из банок. С банок у меня нет регена. Ну, на босса можно заменять за место курсы. Ну, то есть, вот эти три фласки обязательно. Ему в спид, армор и фейзинг. А это я поставил просто уже. Ну, нету полезной фласки. Тут можно по факту ставить. Либо fire, либо cold, либо light. Без разницы. Под каждого босса, под каждое влияние, любые фласки. Но вот эти три обязательные, все крафты на такие. А на босса просто менять. Допустим. Ну вот, fire фласку, на ней закрафтить регенерацию и все. На три фласки, fire, cold, light. Все три одинаковые и менять под каждого босса.
Ну, я так поставил. Ну, то есть, в целом, вот, 500, почти 600 регена, плюс там с фласки, но они будут не всегда, но все равно. То есть, вот, механика. То есть, баннер можно ставить, поджимать, получается, адреналин раз 20 секунд активировать. Ну, и иногда просто тоже дополнительно регенить индюринг краем, когда идти на босса, на убера, например, снимать его с автобега и просто поджимать. То есть с фласки регенится. Но фласт сустейна тут нету, потому что пантеон забрал от шока. Так-то бы тут надо было взять на боссах вот этот пантеон. Был бы фласт сустейн в межфазах удобно, особенно на ХК. И... Ну да, и получается индюринг край. То есть в целом пойдет. Это фростблинк, это курса. Ну ладно. Так, дальше что тут идет? Дефенсы. Дефенсы. Получается, макс резы вышли. Сопресс не влез. Ну, сопресс бы было хорошо, но не лезет. Короче, для софта пойдет. Ну, на уберах точно рипы будут. А в обычном контенте пойдет. Так, дефенс получается макс резы. Фортифай. 20 леса. Хибака получается. Удобно, что она на убер боссах, она пенетру хорошо режет. То есть по уберам не сильно даже дефенс просаживается. Потому что хибака режет пенетру, а на уберах на обычных 3, а на уберах 8. Это круто, когда... Ну как, дефенс не прям много, но в целом как бы вот такие слои, они набираются. То есть они разносортные, как бы, дефенсы. И это как бы круто. То есть форта, флеш... Хибака же, да? Он? Да, хибака. Почему-то он дивайн флеш, или он сам джевел хибака. Я почему-то его все называю хибака, а это дивайн флеш. И тушка то, что вот дает. Ну, она еще усиливает, то есть она дружит. То есть тушка и хибака вместе. Если нету хибаки, значит, можно забить на тушку, она нафиг не нужна. То есть это синергия. То есть получается форта один слой, макс рез второй слой, третий слой, то есть Divine Flash, четвертый слой, тушка вот эта. Так, пятый слой. А, ну пятый слой можно иммун крита, в принципе, это на такой дефенс это круто. Ну и от физы получается форта. 20 леса. 50 тысяч армора без банок. Ну-ка, сколько с банкой будет? С банкой 70. Ну, то есть нормально. И один физ перевод. То есть от физы нормальный дефенс пойдет. Ну, не знаю, шейпера, слэм, убера под адреналином, не знаю, шотнет, нет. Но обычного точно он станчит, если поджать шел перед слэмом и быть под адреналином. Это дефенс. А элементал дот. То есть вот здесь получается 10 леса от дота. Это причем будет работать на любые доты. Вообще на все вообще существующие в пое. Эли. А, ну хаос, да, хаос тут этот билд бить не будет. Тут хаос очень дохера. Никакой ни дот, ни атака. Хаос пофиг. То есть получается, ну, макс рез от дота. И вот этот less damage taken 10%. Ну и все. Ну, в принципе, пойдет. Нормально. То есть вот такие дефенсы. Ну и для ХК это я уже потом в процессе побы оставлю. Я попробую ветку переделать. Выкинуть вот эти кластеры. Как-нибудь переделать. Выйти вот сюда хочу попробовать. Добрать сопресс и, возможно, поставить щит. Добрать еще больше макс-резов. Убрать, конечно, вот эти вот Forbidden, потому что на ХК их не будет. Либо их там ждать придется. Ну, устанешь. А если я выпущу гайд, и вдруг, если кто-то его будет делать, то, скорее всего, кто-то его, если будет делать, они будут мониторить. А так, ну, возможно, их можно замониторить, но нафиг. То есть, короче, я уберу вот эти и попробую переделать на щит. Если лямов 10 останется, еще с больше с максрезами, с капсопресса, и больше пул хп я ему подниму, то я выставлю там как-нибудь поп, там, не знаю, завтра, послезавтра, через неделю. Ну, если не получится, то
пофиг как бы. Ну, для софта нормально. Ну, в принципе, должно получиться. Если так получилось, там, 20 с копейками, то 10 лямов на ХК должно выйти, даже с одноручкой. Ну, и лишнего я ДПСа повыкидываю и поставлю, конечно, джевелы попроще. Потому что на софте тут комбинации вот эти. Их много разных. Тут это не обязательно этот. Их просто куча. Тут можно просто взять физу. Можно там взять реги... Ну, то есть, нодов много. То есть, их оверпрайса не поставят. Именно, может, на этот сейчас, ну, поставят. Ну, их там много разных. Тут еще с мелких нодов можно набрать разных прикол. Даже, может, резист какой-то добрать здесь не хватает. Их там, по-моему, до 13, что ли, процентов бывает. Так, и монокосты. А, монолича нету. Ну, по побу монореген 2,8. А в билде монокост 8. Ну, то есть, реген должен перерегенивать. То есть, лича нету. То есть, получается, лацерет бесплатный. Шелл получается монокост 4, но это вообще фигня. Липслэм получается бесплатный. Тотем бесплатный. Фростблинк бесплатный. Курса 27 монокост. Ну вот, а в билде 53 общий пул. Ну то есть нормально, должно хватать. Ну, на самый край можно физ атак лич взять вот с этого джевела. То есть вот. Кластеры крафтить не надо, они продаются. По статам там тоже не затупите. Статы тут все стоят четко, ровно. Но на самый край, вот, если что, доберете. Вот. Форбиден и так, что тут говорить. Этот просто на кораб блат с какими-то там полезными. Ну, все, что будет полезно, круто. То есть, вот примерно такой билд получился. Все, вроде все рассказал. Ну ладно, что, давайте, всем пока.